Приготовься! Я тут где-то пару волосинок уронил, так что если вдруг их увидишь, дай знать, а?
В атаку! Я придумал! Придумал наконец-то, как нас погубить? Ничего подобного. Ну, разве что схватка со стаей мутантов относится к этой категории. Может быть. Ты хочешь напасть на мутантов? Да. Но, прикинь, не каких-то там мутантов. Эта стая направляется к одному из наших сердец мира. То есть это реально жутко важно. Ну, что скажешь? Выступаем? Ладно, тут и вправду другое дело. Хорошо, пошли найдем твоих мутантов. Ну, хорошо. Вот это по-нашему. В атаку! Я займусь! Не смей больше так делать! Знаю, когда-то они были людьми, но меня от них прям выворачивает. Подлюка!
займусь.
Это ведь альбы натворили, верно? Превратили их в каких-то мерзостных мутантов. Это они виноваты. Нет, дело в Эликсе. Некоторым Эликс бьет в голову, они его слишком много принимают и становятся мутантами. Ну, все равно, мутантами же альбы управляют, нет? Некоторые эликсеторы такое могут, но только с некоторыми мутантами. Ну, говорю же, мерзость. Теперь ты счастлив? Не совсем. В любом случае, вся эта хрень со спасением сердца мира не поможет восстановить мою репутацию в форте. Вообще нет. Потому что разве ж кто из берсерков об этом узнает? Верно. Сомневаюсь, что кто-то говорит о твоих геройских деяниях. Эй, а сделай мне одолжение. В следующий раз, как я придумаю очередной гениальный план, просто окуни меня в ближайшую реку. Чего твоим планам не хватает, так это элемента, как я поставлю их себе на пользу. Угу. А это стоит хорошенько обдумать. Желательно в покое и тишине. Сдашься, значит? Я? Ни за что. Просто нужно пересмотреть стратегию, и все. Ладно. Скажешь, когда тебя посетит откровение. Ты первый обо всем узнаешь. Привет, незнакомец. Поторгуемся? Займемся торговыми делами. Разумеется. Отличная сделка. Если тебе понадобится что-то еще, приходи прямо ко мне. В атаку!
В атаку! Нет, я не справлюсь. Не сработало.
Ничего себе суповая мисочка. Ты есть хочешь? Суп? Нет, не хочу. Можно с тем же успехом древесной коры пожевать. Подлюка! Это зверье только перестанешь гонять на минуту. Глядь, они уже и гнезда свили. Хорошо, что мы здесь. Пора устроить большую уборку.
Подлюка! Я займусь! Подлюка! Докин, зачем на него работал? Но куда деваться?
я займусь! Подлюка! Не смей больше так делать! Приготовься!
Как думаешь, когда тут последний раз полы мыли? Подлюка! Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Осторожнее там.
Те времена, когда можно было свободно разгуливать по Каракису, давно прошли.
Ну все! Нет, я не справлюсь.
оттянулись.